мы с ним на спаре вместе работаем. Так вот, у него там на свободе девушка оставалась. И он ее, когда там на мотоцикле вез, разбился. Сам сюда, а она в больницу. Инвалидка по жизни. И вот, значит, все этому парню неспокойно. Все ходил, что-то бродил, ночами мучился. А как-то раз просыпаемся с мужиками, и нет его. И записка на столе лежит. Я ушел на свободу, прощайте. Потом, значит, я его как-то встречаю через долгое-долгое время. И понятное дело, он на свободу-то ни на какую не дошел.